Однажды все это закончится. Последняя война завершится. Кто-то одержит победу. Заржавеют орудия. Прорастет трава. И от этого ничего не останется. Земля исцелится, как исцеляется все. Мы к тому времени будем давно мертвы, но, возможно, не забыты. Если история запомнит хотя бы одного из тысячи, будущее наполнится легендами о том, кем мы были, и что совершили, как жили, как сражались и как погибали. Когда все это закончится и война будет выиграна, нас будут вспоминать. Но пока этот день не настал, мы устоим. Мы будем смотреть смерти в лицо. И мы будем сражаться.